Всем привет, друзья! Сегодня готовим быстрые маринованные кабачки. Если вы еще не подписаны на мой канал, то самое время это сделать. Все ингредиенты будут в описании под видео, там же ссылочки на другие социальные сети. Ну а мы начинаем готовить. Кабачок для маринования я выбрала молодой, без больших семечек. Я его хорошо помыла, но чистить не буду. Нарезаю тонко на полукольца, можно нарезать слайсами или натереть на крупной терке. Подготовим маринад. Для этого острый перец измельчу. Можно семечки убрать, будет не так остро, я оставлю. Смешиваю соль, перец, острый перец. Чеснок, лимонный сок, растительное масло. Мед, горчицу. Все перемешиваем. Заливаем кабачок маринадом и оставляем часа на 2. Через 2 часа хрустящий острый кабачок готов. Прекрасная закуска. Очень мы ее полюбили. Пишите в комментариях, как вам рецепт. Все ингредиенты найдете в описании под видео. Там же ссылочки на другие социальные сети и на другие мои не менее вкусные видео. Встречаемся с вами в комментариях и в следующих видео. Ваша Саша. Пока-пока.